Мобилизация. Вопрос мобилизации являлся в прошлом веке одним из главных вопросов подготовки к войне. Если мы взглянем на численность армий мирного времени европейских держав рубежа 19-20 веков, то заметим интересные особенности. В абсолютных цифрах крупнейшей армией считалась русская, насчитывавшая почти 950 тысяч бойцов. Если мы возьмем относительный анализ, то должны будем признать, что в России по признаку территории и масштабам вероятных театров военных действий эти силы были недостаточными. Недостаточными они могут считаться поскольку вероятные противники, а это прежде всего Германия и Австро-Венгрия, обладали важнейшими объективными преимуществами. Позднее мы поговорим подробнее о причинах этих преимуществ, преимуществами для проведения быстрой и сосредоточенной мобилизации. Это превосходство в концентрации людских сил и в транспортной обеспеченности. Эти преимущества следует отнести на сравнительно меньшие размеры территории этих государств и, соответственно, приближенность источников военных ресурсов к театрам предполагаемых боевых действий. Если мы проанализируем численный состав армий, здесь мы делаем существенную оговорку. Если мы берем о соотношениях, то берем население метрополий. При этом Россия и Австро-Венгрия не относились к государствам колониального типа, то есть во Франции, в Великобритании и в некоторой мере в Германии имелись такие факторы, как удаленность заморских колоний от метрополий. В России и в Австро-Венгрии территории же не имели такого морского и даже океанского разделения. Значит, если мы проанализируем численный состав армий будущих противников относительно населения государств, то также увидим весьма любопытные вещи. Оказывается, что в относительных цифрах крупнейшей армии в мирное время располагала Франция. Она держала в мирное время под ружьем 1,31% населения. Следующей за ней была Германия. Здесь мы видим 1,08% от населения. Затем мы видим существенный отрыв. В России имелось 0,84% населения, а в Австро-Венгрии имелось 0,73% населения. От населения. Значит, это относительная цифра вооруженных сил по отношению к количеству населения. Повторяем, для Франции, для Великобритании и для Германии речь идет о процентном отношении к населению метрополии. И приводим здесь, значит, цифру по Великобритании. Здесь мы видим 0,62% значит, от населения, это количество вооруженных сил. Важно отметить, что в этой пятерке, за исключением России, вооруженные силы были преимущественно сконцентрированы вблизи Европейского театра будущей войны. Либо же их можно было сравнительно быстро доставить, ну, например, морским путем в Европу. Здесь речь идет прежде всего о Великобритании. Русским приходилось считаться с необходимостью транспортировки войск и вообще ресурсов на значительно большее расстояние. И здесь требовался железнодорожный транспорт. Но это очевидные вещи, то есть территория России, она во много раз превышает вот эти вот территориальные удаления на театре предполагаемого в будущем военного конфликта.
На наш взгляд, вот эти приведенные цифры позволяют сказать, что главными военными соперниками уже на рубеже 19-20 веков были Франция и Германия. То есть эти страны держали наготове армии, превышающие формальную пороговую величину в 1% населения метрополий. Значит, уже и в мирное время у них были частично отмобилизованные экономические ресурсы. Это обстоятельство подтверждает в частности и тот факт, что при вступлении в войну немецкому парламенту не надо будет даже менять бюджетные статьи на военные расходы. Это значит, что уже в мирное время это государство целенаправленно готовилось к войне и десятилетиями усиленно инвестировало в военно-промышленный комплекс. Вступая в войну, Германия уже имела бюджет военного времени. Ну, имеется в виду, вступая в войну в 1914 году, то есть 14 лет позже, нежели вот эти вот цифры, которые мы тут только что привели. Малый процент военных, значит, в армии Великобритании говорит о высокой доле военно-морского флота с его техническими средствами и о естественной малочисленности сухопутной армии. Поскольку у метрополии не было границ и, соответственно, предполагаемых сухопутных театров с вероятными противниками. Далее, если мы взглянем на относительные цифры мобилизуемых по планам войны армий будущих противников, то заметим следующее. При мобилизации здесь мы ведем речь о первичной мобилизации, которой в то время, ну, всем казалось достаточно для окончания быстрой и даже молниеносной войны. Значит, при мобилизации Германия увеличивала свои вооруженные силы на 340%, Австро-Венгрия на 270%. Далее Франция увеличивала свои вооруженные силы на 260%, Великобритания на 210%, Россия увеличивала свои вооруженные силы на 190%. Таким образом, мы видим, с одной стороны, что ведущие игроки будущего кайзеровского блока планировали мощное и быстрое, а в последнем моменте, вот об этой быстроте, мы поговорим еще не раз позднее. Значит, они планировали мощное и быстрое увеличение военной силы. Очевидно, это свидетельствует о более, ну, скажем так, агрессивной военной доктрине. О ней мы поговорим также позднее. Первая же шпага Антанты, а это Франция, по своему плановому темпу мобилизации едва поспевает за Австро-Венгрией. А вот Россия в этой пятерке получается, ну, в кавычках говоря, самой добродушной, увеличивая свою армию в темпе, заметно уступающем даже и защищенной морями Великобритании. Темпы мобилизации противоборствующих блоков позволяли кайзеровскому блоку резко сократить разницу в количестве вооруженной силы. Если в мирное время численный людской перевес Антанты составлял 124%, то в случае мобилизации этот перевес сокращался до всего лишь 60%. Этот перевес все равно сохранялся, но, как уже отмечалось, в Германии и Австро-Венгрии мобилизованная военная сила была расположена близко к театрам военных действий, чего никак нельзя сказать о России с ее пространствами и о Великобритании с необходимостью сперва десантировать сухопутный корпус в Европу. О Франции же можно сказать подобное же, ну, по сравнению с Германией и Австро-Венгрией, но ресурсы для последующих мобилизаций были у нее расположены за океанами и морями. То есть Франция относилась к классическим колониальным державам в то время. Таким образом, коалиция во главе с Вильгельмом II была гораздо более военизирована, чем Антанта. Это достижимо за счет частичной мобилизации экономики уже в мирное время.
Этот вывод подтверждает и ситуация по Антанте, где Франция, одержавшая уже в мирное время крупнейший военно-промышленный комплекс, имела самый скорый темп мобилизации вооруженной силы. Наш вывод подтверждается цифрами, например, по бельгийской армии. В 1902 году она одержала кадровую армию в 42 тысячи солдат и офицеров. По планам мобилизации эта маленькая метрополия увеличивала свою вооруженную силу почти что на 330%, до 180 тысяч бойцов. И она могла это сделать быстро, прежде всего в силу вот этой вот географии, то есть компактного расположения людских ресурсов на маленькой территории метрополии. К 1914 году цифры меняются. Совокупная кадровая армия Антанты насчитывала 2 миллиона 579 тысяч человек. Значит, здесь мы делаем оговорку. 152 тысячи бойцов Бельгии, Сербии, Черногории, как и армии, состоявших в то время в военно-политическом союзе с Германией, Италией, Румынией, Болгарией, Турцией, для теоретического сравнения пока что исключаем. Совокупная кадровая армия австро-германского блока насчитывала 1 246 000 человек, почти что вдвое уступая вероятному противнику. Таким образом, австро-немецкий блок нарастил уже в мирное время свой военный потенциал. Французская армия 884 тысячи бойцов составляла к этому времени 2,23% населения метрополии. Но если брать общее население, то есть с колониями, то здесь уже цифра близка к 1%, 0,93% от общего населения. Германия держала в мирное время под ружьем 768 тысяч бойцов. Это составляло 1,18% от населения метрополии или 1% от общего населения. То есть к 1914 году вот эти два главные противника в этих военно-политических блоках подходят уже Франция, практически с идущей полным ходом мобилизации, более 2% от населения составляют вооруженные силы. В Германии вооруженные силы превышают вот такую формальную пороговую отметку в 1%. Австро-Венгрия, значит, держит в это время кадровую армию в 478 тысяч бойцов. Это составляет 0,9% от населения империи. Население империи. Великобритания держит армию в 411 тысяч человек. Это 0,88% от населения метрополии, либо 0,9% от общего населения этой гигантской колониальной империи. Россия держит кадровую армию мирного времени в 1 284 000 человек. Здесь цифры иногда разнятся, но приблизительно, значит, они лежат вокруг вот этой вот усредненной цифры. Это составляло 0,76% от населения. Ежегодные призывы давали до начала в 1913 году пошаговой мобилизации вот главных, значит, противников военно-политических блоков следующие контингенты новобранцев. Германия, значит, призывала ежегодно 350 тысяч человек, это порядка 45% военной силы мирного времени. Австро-Венгрия призывала порядка 200 тысяч человек, это 42% от военной силы мирного времени. Россия призывала ежегодно 435 тысяч человек. Это примерно 35% от военной силы мирного времени. Франция
призывала в мирное время 250 тысяч человек. Это приблизительно 28% мирного от военной силы мирного времени. Значит, и летом 2013 года эти цифры во Франции, именно во Франции, они резко возрастают. Мы об этом потом еще поговорим. Великобритания призывала в мирное время 20 тысяч новобранцев. Это 5% от вооруженной силы в мирное время. Ну, вот эти цифры, они давали также результат в количестве военно обученных, имевшегося запаса, так сказать, уже подготовленных бойцов и офицеров. Об этом мы еще поговорим позднее. Теперь, значит, к 1914 году мы опять же обращаемся и приводим цифры Заянчковского, вот этого генерала царского времени с любопытной, очень любопытной биографией, в том числе и сомнительной боевой биографией. Ссылаемся на статистические данные, значит, согласно вот этому генералу. При мобилизации французская армия должна была получить в 1914 году вооруженные силы в 2 миллиона 689 тысяч человек. Ну, это вот такая формальная цифра по одномоментной, так сказать, мобилизации, то есть без учета того, что в условиях затягивающегося конфликта вот эти контингенты, они, естественно, постоянно росли. Значит, мы сейчас говорим про формальную оценку одномоментной мобилизации. И во Франции рост составлял теперь 200%. Австро-венгерская армия, значит, получала 1 421 000 бойцов. Здесь рост составлял 197%. Германская армия в случае мобилизации получала 2 миллиона 147 тысяч человек. Рост составлял почти 180%. Российская армия должна была получить приблизительно 2 миллиона 500 тысяч человек. Рост составлял 100%. Британская армия, значит, она должна была получить 566 тысяч человек, и рост составлял почти 38%. Говоря о Бельгии, мы должны тут констатировать факт, что Бельгия оказалась под внезапным ударом, и она не успела в 1914 году, и она не успевает использовать весь мобилизационный ресурс для своей армии, которая увеличивалась со 100 тысяч человек мирного времени. Процент новобранцев в этой армии составлял в мирное время 30%, кстати. И, значит, она увеличилась со 100 тысяч до 220 тысяч бойцов, из коих в армии, то есть непосредственно на фронт, могло быть выставлено только порядка 120 тысяч бойцов. Все остальные, значит, равно как и набираемые позднее в годы войны спешно пополнение, являлись уже менее обученными и не так хорошо вооруженными в большом количестве добровольцами или резервистами, а также и ополченцами. Ну, это касается практически всех армий, участвовавших в том конфликте в Первой мировой войне. Сербия, в ней процент новобранцев в армии мирного времени, кстати, составлял самую большую цифру 60%. В Сербии и в Черногории имелся запас времени для мобилизации, и они увеличивали свои вооруженные силы почти в 5. Значит, это для Сербии, и мы говорим тут о цифре 247 тысяч человек, и по Черногории в 12, и здесь мы говорим о цифре 60 тысяч человек, раз соответственно. Далее. К началу боевых действий
фактических боевых действий. Мобилизованные силы австро-германского блока составляют 3 568 тысяч человек. Это почти на 40% меньше, чем численность мобилизуемых сил Франции, России, Великобритании, Бельгии, Сербии и Черногории. Значит, здесь мы видим у этого блока цифру 6 228 тысяч солдат и офицеров. Опять же, отсюда видно, что австро-германский блок весьма существенно увеличил свой мобилизационный потенциал за первые 14 лет 20 века. Можно сказать, что пошаговая и частично скрытная мобилизация Германии, она началась принятием 2 июля 1913 года так называемого миллиардного закона. Значит, этот закон был подготовлен при участии начальника оперативного отделения Генштаба полковника Людендорфа. По этому миллиардному закону усиливались мобилизационные запасы армии и создавались два новых армейских корпуса. Численность личного состава армии увеличивалась в мирное время на 29 тысяч человек. Покрытие вот этих вот расходов достигалось единовременным имущественным налогом, взимаемым с состоятельных классов. Франция, как первая шпага Антанты, реагирует на этот шаг Германии практически сразу же. Она решительно увеличивает количественный состав вооруженных сил, принимает 7 августа 1913 года закон о введении трехлетней воинской повинности взамен существовавшей до этого двухлетней. И это позволяло осенью 1913 года призвать в армию вместо плановых 250 тысяч человек 445 тысяч человек. Это резко увеличивало кадровую армию, означало, в принципе, начало частичной мобилизации. То есть вот эти вот две меры в Германии 2 июля 2013 года, во Франции 7 августа 2013 года, они означали фактически начало пошаговой, ну нельзя сказать скрытной, ну отчасти она, конечно, была скрытная, мобилизации вот в этих вот двух ведущих игроках тогдашних противостоящих друг другу военно-политических блоков Европы. За Францией неизменно следует австро-германский блок, но эти участники конфликта мобилизацию проводили в 1914 году, здесь мы говорим о 1914 году, молниеносно. И вот это вот надо отнести насчет подготовки и даже начала мобилизации уже в мирное время. Прежде всего, речь идет о накоплении мобилизационных запасов вот по этому миллиардному закону 13 года. Теперь мы поговорим о России. В июле-августе 1913 года русские мобилизационные меры идут в сравнительной характеристике на замыкающих позициях. Количество личного состава за время с русско-японской войны не изменяется. Здесь мы имеем в виду прежде всего вот эти вот относительные цифры. И относительные цифры, они составляют на лето 1913 года по разным оценкам от 1 225 000 до 1 300 000 человек. То есть армия, она не увеличивается так резко, как то было на лето 13 года в Германии и во Франции. По началу боевых действий. Начало боевых действий давало австро-германскому блоку преимущество в сравнении теоретическим расчетом. Но здесь имеется в виду преимущество, которое было реализовано в перспективе времени, поскольку людской перевес вооруженной силы был теперь уже даже не 60%, как в 1900 году, людской перевес, значит, Антанты над блоком центральных держав, а всего лишь 40%. То есть
Австро-германский блок, он нарастил свои военные мускулы. Значит, мы сравниваем здесь с мобилизуемой вооруженной силой Антанты и примыкавших союзников. Козырь близости к театру военных действий в австро-германском блоке сохранялся. То есть здесь мы говорим о том, что эти державы были центральными. Ну, они располагались в Европе вот таким вот поясом компактно, а противостоящие противники, они были, конечно, территориально, во-первых, отделены друг от друга, во-вторых, и Россия, и Великобритания были оторваны от главного военно-политического союзника, от Франции. Великобритания требовался морской транспорт, России требовался железнодорожный транспорт для того, чтобы сконцентрировать вооруженные силы на главных театрах предполагавшихся боевых действий. Далее. Русские, они не могли быстро выставить в поле большую часть армии. По Заинчковскому русская мобилизация давала, значит, если она начиналась, ну, она начиналась, как мы знаем уже, значит, это факт истории, так сказать, практически 1 августа 1914 года, и на 15-20 августа 1914 года Россия могла мобилизовать всего лишь 30 до 50% развертывания сил. Напомним, к этому моменту, к 20 августа, и Германия, и Австро-Венгрия уже заканчивали полностью свою плановую мобилизацию. В России же на 27 августа 1914 года плановая мобилизация позволяла развернуть 75% вооруженных сил. На 6-7 сентября, значит, 100% вооруженных сил. Но заканчивалась вот эта вот мобилизация при всех возможных ускорениях на 14-15 сентября 1914 года, и то это без учета дальневосточных войск. То есть это с учетом концентрации развертывания на театре боевых действий всех вооруженных сил и обеспечения их всеми необходимыми мобилизационными ресурсами. России требовалось при всех возможных ускорениях 45 дней. Но фактически же с учетом мобилизации и дальневосточных войск мобилизация заканчивалась только в конце октября 1914 года. То есть России требовалось 3 месяца на мобилизацию, в то время как Германии и Австро-Венгрии на это требовалось 3 недели на полную мобилизацию вооруженных сил. Ну, конкретно, более конкретно, вот сказанное означает, что, например, русская первая армия должна была вступить в Восточную Пруссию уже на 15-й день мобилизации, не завершив еще мобилизацию всех своих ресурсов и людского контингента, и должна была воевать против уже полностью отмобилизованных германцев. Это вот первая армия Ренненкампфа, она могла закончить при всех возможных ускорениях плановую мобилизацию только на 36-й день, только в сентябре, уже после первых тяжелых сражений Восточной Пруссии. Для сравнения указываем, что Сербия проводила свою мобилизацию за 5 дней. То есть она ее провела с 25 по 30 июля 1914 года. Но тут мы говорим об очевидной географической вещи. То есть Сербия — это крошечная территория, Россия — это исполинская территория, Германия, конечно же, намного больше Сербии, Австро-Венгрия тоже намного больше Сербии, если в Сербии территориально, если в Сербии все можно было
плановую мобилизацию провести за 5 дней, в Австро-Венгрии, в Германии за 3 недели, за 20 дней, грубо говоря, то в России за 3 месяца можно было мобилизовать вот эту теоретически нужную для ведения боевых действий вооруженную силу. Фактически количество мобилизованных за ту войну, которая длилась, Первая мировая война длилась более 4 лет, составило во Франции 8 миллионов человек, это 20% населения, в Германии 14 миллионов человек, это 20% населения. И эти цифры были намного больше довоенных расчетов, по которым, значит, призыв военнообязанных мог составить никак не больше 15% населения страны. То есть теоретический потолок напряжения военно-экономических ресурсов в этих двух главных военно-политических противниках в ходе той Первой мировой войны был намного превышен. Они надрывали свои экономические силы. В Австро-Венгрии за ту в Первую мировую войну призвали в армию 9 миллионов человек, это 17% населения. Италия призвала за те 3,5 года, которые она воевала, 5 миллионов 600 тысяч человек. Это как раз составляет 15% от населения страны. То есть она балансировала на грани слома своей военно-экономической системы. Британия призвала 5 миллионов 700 тысяч человек, 12,7% населения. Ее политическая и социально-экономическая системы выдержали такое напряжение. Россия за 3 года, которые она воевала, призвала 15 миллионов 800 тысяч человек. Это 8,8% населения страны. Ну, это гораздо ниже порогового значения в 15%, значит, возможного призывного контингента по расчетам аналитиков тогдашних. Вот эти вот указанные тенденции, они сохраняются на всех этапах тогдашнего глобального военного конфликта. Главными ястребами надвигающейся войны, как мы уже увидели это не один раз, в нашем сравнительном анализе были Германия и Франция. Россия не входила в число стран, особенно готовившихся к войне. Это подтверждается, например, и данными по количеству военно обученных. Мы ссылаемся здесь на Заянчковского. Ну, то есть призывы в мирное время, они, конечно же, давали больший запас военно обученных, то есть уже готовых к ведению боевых, реальных боевых действий запасных контингентов. И они составляли во Франции 5 миллионов 67 тысяч человек, это 12,8% населения метрополии, либо более 5% от общего населения этой колониальной империи. В Сербии призывной контингент составлял 440 тысяч человек или 9,8% от населения страны. В Германии призывной контингент составлял 4 миллиона 900 тысяч человек, это 7,6% от населения метрополии, либо 7,3% от общего населения этой империи, имевшей тогда незначительные заморские колонии. Австро-Венгрия имела 3 миллиона призывного контингента, военно обученного контингента, это 5,7% от населения этой империи, ну, которая не являлась колониальной империей. Значит, я до этого оговорился, речь идет, конечно, о военно обученных, о контингентах военно обученных. Призывной контингент, включая и еще не военно обученных, еще не служивших в армии, он, конечно, был гораздо больше. В России количество военно обученных составляло 5 миллионов 650 тысяч человек, или 3,3% от населения империи. Ну, Россия, как и Австро-Венгрия, не относилась к колониальным
империям. В Великобритании, в этой крупнейшей колониальной империи, количество военнообученных составляло 1 200 000 человек. Или 2,6% от населения метрополии. Если же мы берем общее население вместе с колониями, то там эта цифра утопает в исполинском количестве населения Британской империи и составляет всего лишь 0,3%. Значит, вот этот вот факт недостаточной подготовки к ведению войны и особенно такой мировой войны подтверждается множеством различных обстоятельств, которые встречаются в военной литературе. Ну, в частности, упоминаем здесь количество унтер-офицеров, включая капралов, на роту. Согласно Головину, в Германии их количество равнялось 12. Уже подготовленных, значит, готовых командиров самого низового состава. Во Франции на роту приходилось по 6 таких специалистов, а вот в России, Австро-Венгрии, Италии их приходилось на роту всего лишь по 2-3. Здесь мы упоминаем такое обстоятельство, ну, оценочное обстоятельство по нашему времени, преступно организованная Лукомским мобилизация. Она давала, по свидетельству генерала Снесарева, значит, она давала по 90 унтер-офицеров на роту. То есть первичная мобилизация вырывала сразу же моментально из призывного контингента низовой унтер-офицерский состав и фактически рядовыми, половина рядовых в роте была унтер-офицерами. На взводные должности по вот этой вот подготовленной Лукомским мобилизации назначались штабс-капитаны, ну это фактически комбаты. И все вот эти вот, значит, кадры, которые стоили бюджету, военному бюджету больших денег, они все полегли в первых же сражениях вот той войны. Очень скоро русская армия осталась без низового командного состава. И здесь вина лежит прежде всего, по нашему мнению, на Лукомском. Лукомский, который готовил вот, в предвоенные годы вот эти вот все мобилизационные планы. Недостающих унтеров и штабс-капитанов, которых, в общем-то, и так в России было, как мы уже заметили, очень немного. Их бросали пачками в пекло вот тех вот первых сражений, вместо того, чтобы их равномерно распределять в поступающих пополнениях. Именно так поступала Германия. ВПК Франции, военно-промышленный комплекс Франции, позволял ей к началу войны держать наибольшее количество крепостей и укрепленных районов вообще изо всех государств, значит, на континенте, на европейском континенте. Франция имела 93 крепости. Следом за ней идет, разумеется, Германия. Германия содержала в мирное время 53 крепости. Далее следует Австро-Венгрия, она имеет 35 крепостей. Россия же стоит в этом сравнительном анализе, опять же, на замыкающей позиции. Она имеет всего лишь 16 крепостей. Факт сравнительно более высокого темпа мобилизации Германии подтверждается также и главным, в кавычках, мобилизатором России, вот этим вот упомянутым нами Лукомским. Биографии его мы должны будем позднее коснуться, ну, еще не раз. Здесь мы делаем следующий вывод. В жизненных, подчеркиваем, в жизненных интересах России было в самом начале войны оказать активную помощь Франции, поскольку по расчетам немецких аналитиков Франция проводила мобилизацию быстрее русских, и это было действительно так. Но все же Франция мобилизовывалась медленнее, чем Германия. И поэтому германские аналитики решили, что именно на Францию
Надо обрушить удар, и этот удар на то время был небывалый еще вообще в истории человечества силы. Быстрый разгром Франции. После этого, по расчетам германских аналитиков, следовало навалиться на Россию. Ну, России пришлось бы после этого воевать против Германии и Австро-Венгрии. Против вооруженных сил вот этих вот двух держав. Теперь мы переходим ко второй части нашей, ну, достаточно обширной лекции, вот о предвоенном состоянии вооруженных сил. Мы переходим к той части, которую мы назвали, ну, условно, блицкригом. Здесь мы поговорим об аналитических планах штабов тогдашних военно-политических противников. И начнем мы прежде всего со стратегов центральных держав, которые делали вывод об быстротечности войны. Значит, такой основополагающий вывод, что война должна будет закончиться очень быстро. При этом они исходили из аргументов, в общем, которые, по нашему мнению, также были железными. Ну, в общем-то, они положили в основу своих предположений правильные мысли, теоретически и логически обоснованные. Ну, аргумент первый. За это говорил опыт последних войн, которые были молниеносными для Германии. Это война 1866 года против Австро-Венгрии и война 1870-71 годов. 66 год, там даже была коалиция Австро-Венгрия и Дании. Второй аргумент, значит, рассчитаны аналитиками начала 20 века потолки напряжения экономических систем, значит, военно-экономических ресурсов. Эти вот потолки говорили, что государства с более эффективной военной машиной, центральные же державы, как мы уже видели из предыдущей части, безусловно, относились к таковым. Вот эти вот государства смогут относительно более длительное время наносить тяжелые, а то и смертельные удары противникам. И вот эти вот удары, они достаточно быстро вызовут коллапс народного хозяйства у врага. То есть тот, кто быстрее мобилизует вооруженную силу, может быстрее нанести именно серьезное, а то и сокрушительное военное поражение, а это вызовет крах социальных, экономических и политических систем в стане врага. Третий аргумент. Сравнительно высокий уровень безработицы в австро-германском блоке. Это факт, который, значит, нам подтверждает экономическая история начала 20 века. Вот этот факт позволял поставить под ружье достаточно быстро относительно много людей. Но вот этот вот факт, он одновременно подтверждает наши умозаключения в одной из предыдущих лекций, то есть технологический рывок в Германии, вот этот энергетический скачок, развитие индустрии, моторизованной индустрии, индустрии на основе машин, он высвобождал рабочие руки, их надо было куда-то прилагать. Ну, большие массы не находили более применения, значит, были заменены машинами, механизмами, моторами, и они, значит, давали и большой процент безработицы. Ну, это вот такая тенденция новейшей экономической истории. Четвертый аргумент. При планировании войны тогда исходили из того, что завоеванные территории дадут быстро и в сравнительно значительных количествах новые необходимые ресурсы. Но тут прежде всего речь идет о Франции. И этот аргумент, мы должны сказать, он
фактически, значит, он фактически и был реализован, когда Германия захватывает северо-западную часть Франции, она получает доступ к гигантским ресурсам угля и железа, которые сразу же были инвестированы в военно-промышленный комплекс и колоссально усилили военно-экономический потенциал Германии и наоборот ослабили колоссально ослабили военно-экономический потенциал Франции. Об этом мы также еще поговорим позднее. И невзирая на эти четыре аргумента, практически сразу же после начала боевых действий Германия сформировала военно-экономический аппарат, о котором, в общем-то, никто из участвовавших вообще в том конфликте стран не мог и мечтать. Здесь отцами-основателями вот этого военно-экономического аппарата были Вальтер Ратенау и Вихард фон Мёллендорф. Вот эти два человека, они, можно сказать, были фельдмаршалами военной экономики вот в той мировой войне. Значит, они еще в довоенные годы разработали доводы об эффектах морской блокады со стороны Великобритании. В частности, речь шла о нехватке сырья для взрывчатки. Это сырье поставлялось в Германию из-за океана, из Чили, например. Ну и они позаботились о том, чтобы создать в Германии исключительно эффективный механизм военно-экономической мобилизации имевшихся ресурсов. Ну не против доводов об угрозе блокады, но как элемент предохранения против вот этой вот блокады, морской блокады Великобритании, были, значит, предприняты некоторые меры, имелись, так сказать, некоторые контраргументы. Они выражались иногда как контраргументы. Германский довоенный продовольственный баланс, он исходил из большой доли самообеспечения. За границей закупалось всего лишь 10% необходимого продовольствия. То есть эффект блокады британским флотом, он был вот этим вот продовольственным балансом, в общем-то, минимизирован. Но при этом, видимо, все-таки не учли, что Восточная Пруссия, а это была довоенная житница Германии, то есть оттуда поставлялись продовольственные ресурсы, так вот вот эта вот житница Германии, она могла сохранить свое экономическое значение только за счет рабочих рук из России, которые, значит, шли на сезонные работы в Восточную Пруссию и обеспечивали сельское хозяйство этого региона. Значит, кроме того, русские сразу же повели активное наступление на вот эту вот житницу, и вот это вот был, конечно же, тяжелейший удар по продовольственному балансу Германии, а продовольственный баланс Германии без вот этих вот обстоятельств позволял, без обстоятельств наступательных операций русских, он позволял бы Германии минимизировать эффекты вот морской блокады Великобритании. И, значит, здесь, видимо, германские аналитики немножко просчитались. Операции в Восточной Пруссии, они подрывали устойчивость военно-экономического потенциала Германии и усиливали долговременные эффекты морской блокады Великобритании. Далее, значит, инициатива на начальном этапе боевых действий принадлежала Германии. Тут мы должны сказать, что предвоенные предположения об эстратичности
войны было существенно скорректировано. В 1880-х годах старый Мольтке полагал, что первым надо нанести удар по русским, по России. Значит, совместно с австрийцами он хотел отрезать мощными ударами, клешнями польский крепостной театр с русскими войсками. Против Франции следует же держать примерно 50% войск в качестве заслона с опорой на крепости Эльзаса, Лотарингии и, значит, водные преграды Рейна. Далее, граф Шлиффен, будучи в 1891-1905 годах начальником, пардон, тут я сразу же внес сейчас корректуру, описка у меня вышла, то есть Шлиффен был начальником генштаба в 1891-1905 годах. Значит, он кардинально меняет план войны. Он считал, что надо мощным решительным ударом через Бельгию вывести в течение 40 дней из войны Францию. Значит, это вот отсюда из Германии и вот таким вот замахом широким. Это он планировал таким образом сделать за 40 дней. Ну, нечто подобное произойдет в 1940, именно вот это вот, видимо, произойдет в 1940 году, только в большем масштабе. Более того, граф Шлиффен даже полагал, что вторжение надо вести и через голландский Лимбург, то есть не только через Бельгию, но и следовало вторгнуться в Нидерланды, в Голландию. Но далее приходят ему на смену его ученики, и они купируют вот эту вот идею графа Шлиффена. Ибо тогда по факту нарушения суверенитета Голландии она также оказалась бы в числе противников, а британский флот он провел бы здесь высадку и пользовался бы голландскими портами. Значит, аналитики посчитали это недопустимым на то время. Гитлер, он позднее как раз вот именно это и сделал. Он реализовал таким образом план графа Шлиффена. Для реализации плана ведения активных боевых действий против Франции приходилось оставить слабые войсковые соединения в Восточной Пруссии и в Эльзасе и в Лотарингии. Восточная Пруссия, ну на то время это вот этот вот театр боевых действий, Эльзас, Лотарингия, это речь идет вот о Южной Франции. То есть замах вот отсюда из Германии и через Бельгию или же даже через Нидерланды и на север Франции, далее на столицу Франции. Значит, ну вот это вот означало сдачу, вероятность сдачи Восточной Пруссии, Эльзаса и Лотарингии в самом начале войны. Как мы уже говорили, сдача Восточной Пруссии это был колоссальный удар по продовольственному балансу Германии. Вот, ну, сдача Эльзаса и Лотарингии это означало потерю важнейших военно-стратегических ресурсов угля и железо, в общем-то,
надо было подумать, стоит ли вот это вот делать по плану графа Шлиффена, или же как-то сохранить их. И ученики Шлиффена решили реформировать вот этот вот план. Шлиффен сам рассчитывал путем угроз и тайного сговора с бельгийским королем Леопольдом II добиться нейтралитета Бельгии. Формально допускалось, что она предъявит ноту протеста, которая, в общем-то, ничего не будет означать. Согласно графу Шлиффену, весь Южный фронт должен был опираться, ну, Южный фронт, мы уже сказали, это Эльзас и Лотарингия, должны были охранять всего лишь 5 армейских корпусов, одна ландверная дивизия и 3 кавалерийских. Допускалось, что французская армия втянется на германские территории. Это даже приветствовалось, в общем-то, согласно графу Шлиффену, поскольку французская армия подставлялась под удар правой вот этой вот мощной клешни, которая должна была заходить через Бельгию и даже, может быть, через Голландию. Но по плану нового начальника генштаба, это Мольтке-младший, он был составлен с активным участием Людендорфа. Значит, по этому плану эти вот стратеги, они решили, что ни в коем случае нельзя сдавать Саарский угольный бассейн, богатейшие экономические запасники Эльзаса и Лотарингии, ну, а также и довоенную житницу Германии. То есть они уже тогда исходили из того, что, возможно, война примет более затяжной характер и надо бы экономические ресурсы поберечь. Но поберечь экономические ресурсы, это означает, значит, направить дополнительные войска в Восточную Пруссию, в Эльзас и Лотарингию, в Саарский бассейн и ослабить вот эту вот мощнейшую северную клешню графа Шлиффена. Поэтому, значит, Мольтке-младший и Людендорф, они усиливают войска в Эльзасе, в Лотарингии и в Восточной Пруссии. Это ослабляет заготовленную Шлиффеном вот эту вот клешню на Париж через Бельгию и даже по теоретическому предположению через Голландию. Ну, такое вторжение не состоялось. По Мольтке же младшему фронт на юге теперь охраняли не 5, а 8 армейских корпусов и несколько эрзац-дивизий. Вот это вот, именно вот это вот, а также усиление войск Восточной Пруссии ослабляло клешню на севере и ослабляло ее на 100 батальонов. Если бы немцы играли в августе 1914 года ва-банк по плану Шлиффена, то очень вероятно, что французы уже в сентябре 1914 года должны были бы заключить сепаратный мир. Ну, практически то же самое и происходит в 1940 году, как мы помним. Разгром Франции, в общем-то, за один месяц. Теперь мы поговорим об Австро-Венгрии. Это империя, объявляя войну Сербии, также полагала, что дело закончится победой в течение менее чем одного месяца. Королевство Сербия за предыдущие 2 года участвовало в 2 войнах. Это обусловило реальное истощение военного снаряжения и боезапасов сербской армии. Значит, учитывалось, что быстро восстановить и поддержать в нужном количестве боезапасы, вооружения и военное снаряжение Сербия именно в тот момент не могла. Ну, поскольку у нее отсутствовала соответствующая военно-промышленная база. Военно-стратегическое снабжение было возможно только зарубежными поставками, кстати, главным образом из Франции. Вот это вот также говорит о наиболее мощном ВПК именно в этой вот стране, во Франции. Он уступал только Германии. То есть поставки в Сербию были возможны только из-за моря. Поставки же по суху через прогерманские Турцию и Болгарию были невозможны, а через Румынию, эта страна была участником блока во главе с Германией по тайному договору на то время, и через Грецию,
Значит, в этой стране были крайне сильными прогерманские настроения на то время, значит, маловероятными. Значит, вот эти поставки через Румынию и Грецию были маловероятными. Тройственный союз, ну, мы имеем в виду Германию, Австро-Венгрию и на то время Италию, мог вот эти вот поставки морским путем легко блокировать, ну, силами прежде всего австрийского флота и итальянского флота, на который тогда еще надеялись в Берлине. Кроме того, геополитически в пользу вывода австрийских аналитиков об истратечности войны говорил и фактор наличия у Сербии на Балканах злейшего соседства. То есть Болгария и Сербия, они не раз воевали друг с другом, и военно-политическое руководство Болгарии, оно решало желало реванша за потери, понесенные ею на Балканах. В случае перерастания конфликта в более масштабный международный, Дунайская монархия полагалась на большого брата, то есть на Германскую империю. А из Берлина относительно агрессивных намерений давались ценные указания поощрительного характера. Далее, опыт дипломатической Цусимы, то есть в 1908 году Россия отказалась от военно-политического участия в загоревшемся было уже тогда большом конфликте на Балканах. Мы ведем речь о боснийском кризисе. Вот этот вот опыт, фактически опыт, говорил также за то, что нападение на Сербию было бы той болевой точкой, Сербия была бы той болевой точкой, по которой вот лоскутной монархии было позволено безнаказанно ударить еще не раз. Ну, в общем-то, опять же, это подтверждал и опыт Балканского кризиса, в котором Россия также воздержалась от каких-то военных действий. Значит, в пользу доводов о быстрой победе говорил и людской вес Дунайской монархии. По количеству населения она уступала в Европе только России и Германии, в то время как население Сербии было в 12 раз меньше населения Австро-Венгрии. Ну, соответственно, и военный потенциал, людской ресурс Сербии был многократно меньше австрийского. Стратегически австрийцы разделили свои силы на три части. Эшелон А был назначен против России, мини-группа Балканы била по Сербии, и эшелон Б из 12 дивизий, он был резервным и мог быть задействован для наступательных операций либо против России, либо против Сербии. По плану против Сербии сосредотачивалось 40% военной силы, это 412 тысяч бойцов. В группе армии, это 2-я, 5-я и 6-я армии, группе армии Потиорика, ну это генерал Потиорик. Мы не должны также забывать, что в те времена отнюдь не только в России было принято мечтать о шапкозакидательстве. И австрийский генерал Потиорик, он желал достичь быстрой и полной победы не только исходя из стратегических обоснований, но и весьма конкретно, торопясь вывести Сербию из войны никак не позднее, чем к близившемуся дню рождения императора Иосифа Франца. Значит, он давал такие вот аналитические расчеты, что война против Сербии закончится, ну, практически молниеносно. И германские стратеги, и австрийские основывали свои планы на начало войны на некоторых общих принципах. Во-первых, и те, и другие исходили из условия так называемого стратегического маятника. Австрийская армия желала быстро разгромить сербскую армию, после чего перебросить силы против России. Аналогично и Германия исходила из необходимости скорейшего разгрома вооруженной силы Франции и Бельгии, после чего ее вооруженные силы должны были навалиться на Россию. Логика в таком вот решении, безусловно, имелась. И сербская, и французская армии имели объективные возможности быстро мобилизовать свои вооруженные силы.
А вот Россия, она не могла сделать такую мобилизацию быстро, и потому по ней маятник бил во вторую очередь. В первую же очередь надо было ударить по тем странам, которые могли мобилизовать свои вооруженные силы. Ну, в одном случае, в случае Сербии, быстрее, чем Австро-Венгрия, а в другом случае, в случае с Францией, почти так же быстро, как это делала мобилизацию, проводила и Германия. Маятник, однако, оказался очень сложным в техническом исполнении. Надо сказать, что если по планам австрийского командования вооруженная сила разделялась примерно поровну на сербский и галицийский театры, то германская вооруженная сила, подавляющей своей частью, развертывалась на французском театре. На восточно-прусском же театре велись активные демонстрации и оставался лишь сравнительно небольшой заслон. Австрийский генштаб считал и сербский, и галицийский театры равнозначными, ну практически равнозначными перед войной. Ну, к той войне упомянем такой факт с учетом общего недостатка воды на Балканах. В австрийские войска поступают карты Сербии и Албании весьма подробные, и там, кроме всего прочего, указываются пригодные водные ресурсы для снабжения наступающих войск и так далее. То есть этот вот факт, он говорит о том, что австрийские войска, они, Австрия, она, значит, предвоенные вот эти месяцы, она, в общем-то, уже действовала по планам мобилизации на наступательную войну против Сербии. Когда в августе 1914 года встает вопрос о срочной переброске 4 корпусов 2-й австрийской армии, командармом там был Бем Эрмали, в Галицию, оказывается, что по заключению экспертов перенаправление поездов с юга на север внесет полный хаос в снабжение австрийских армий в Галиции. Значит, мы сейчас говорим о техническом исполнении маятника в Австро-Венгерской империи. Поэтому по заключениям экспертов приходится сперва дождаться, когда все 2000 поездов докатятся до Дуная. Это для боевых действий против Сербии. Там они должны выгрузиться. Потом надо растолкать многочисленные поезда снабжения армии в Галиции, которые ведут боевые действия в Галиции. Далее корпуса Бем-Эрмали, вот этой вот второй армии, должны дождаться возможности переброски в Галицию, потом погрузиться в эшелоны, доехать до места боевых действий, выгрузиться, сосредоточиться против русских. Вот такие вот сложности возникли в исполнении, вот это техническом исполнении вот этого вот маятника. Но прежде всего потому, что Сербия оказалась не по зубам армии Потиорика. И, так сказать, первое сражение, мы о нем поговорим, это битва при Цере, она, в общем-то, оказалась австрийской, ее австрийская армия проиграла, и боевые действия против Сербии затягивались, и это вносило полнейший хаос в исполнение вот этого стратегического маятника. Мы сейчас поговорили, как это фактически будет выглядеть в августе 1914 года. Германские же корпуса, которые по принципу того же маятника снимают из Франции в том же августе 1914 года и перебрасывают в Восточную Пруссию, туда они поступают только в сентябре, когда уже с русской второй армией, это командармом там был Самсонов, уже покончено. Ну, эти корпуса, они не успели принять участие в боевых действиях против второй армии, но они были вырваны из вот этой вот правой клешни по плану Шлиффена. Клешня была ослаблена, что бы там ни говорили различного рода интерпретаторы история, значит, факт остается фактом, что клешня была ослаблена дополнительно. Значит, кроме того, что по плану Мольтке, младшего и Людендорфа еще до войны, вот эта клешня была ослаблена еще дополнительно, и сложившаяся обстановка в Восточной Пруссии потребовала ослабить клешню.
В обоих случаях исполнение маятника, значит, это ведет к потерям времени. Время было драгоценным и стоило большой крови и германским, и австро-венгерским войскам. Значит, второе обстоятельство, о котором мы тут должны поговорить. И те, и другие, и немцы, и австрийские войска действовали по методе так называемых шлиффеновских кан. Вот эта вот метода, она переходила в идею фикс. И ради нее немцы фактически и реформируют стратегический план удара, значит, вот этим северным флангом в охват французской вооруженной силы. Мы увидим в соответствующих главах, насколько Мольтке-младший увлекся идеей усиления южного крыла и даже проектом прорыва на юге, то есть в Эльзасе или в Лотарингии. Ну, кроме вот этой северной шлиффеновской клешни, он фактически хотел еще и прорыва фронта на юге устроить, то есть французской армии гигантские шлиффеновские канны вместо одного единственного замаха через клешней через Бельгию. Вот эта вот реформа плана наряду с другими обстоятельствами, она снижала мощь правой клешни, которая должна была маршировать через Бельгию и север Франции. И вот это обстоятельство ставило под вопрос удачу грандиозного замаха северным кулаком. Австрийцы, как и германцы, они видели успех военных действий в наступлении и только в наступлении, то есть тоже готовились к наступательной войне, и это внушалось австрийскими пехотным уставом 1911 года и полевым уставом 1912 года. Значит, замах клешней на севере и дополнительно еще удар на юге, это были вот эти вот так называемые канны, которые в теории планировались. А Австро-Венгрия, ну она здесь вот примерно была, и Германия из Восточной Пруссии, здесь тоже была идея фикс, прежде всего у австрийцев устроить гигантские шлиффеновские канны ударом по польскому выступу. Здесь вот был российский польский выступ. Польша, значит, частично входила в Россию, и австрийцы считали, что надо из Восточной Пруссии срезать его вот таким ударом с севера, а с юга из Австрии ударом с юга. Теперь мы поговорим про Россию. Военные Российской империи, как и военные других воюющих держав, не ожидали огромных масштабов близившейся войны. Они полагались на ее скоротечность. Русское главное управление Генерального штаба считало, что молниеносная война продолжится 2, максимум 6 месяцев. Ну, в самом экстренном случае 1 год. С 1893 года русские придерживались на европейском театре оборонительных планов. Значит, они считали, что, возможно, война потребует от них обороны. В общем-то, это соответствовало, как мы помним, планам, разработанным старым Мольтке. Но далее ситуация меняется, и меняется она кардинально в 1910 году. Значит, при военном министерстве Сухомлинова было решено по мобилизационному плану номер 19 для поддержки Франции в случае войны осуществить наступательную операцию против Восточной Пруссии. Значит, мы считаем, что стратегически это был верный ход. В интересах России надо было
как можно быстрее прийти на помощь Франции и не дать, не позволить германской военной машине в первом же пограничном сражении сломить вооруженную силу Франции. Автором вот этого мобилизационного плана номер 19 был генерал Данилов Черный. Он ратовал за то, чтобы провести наступление двумя армиями, одной армией с востока и второй армией с юга, из польского выступа. Одновременно посчитали возможным повести стратегическое наступление и против Австро-Венгрии, где русская разведка добилась перед войной серьезных успехов. Она выведала планы вероятного противника, введя его посредством так называемого дела Редля в заблуждение. Франко-русская военная конвенция и протокол совещания начальников генеральных штабов, а это генерал Жофур и генерал Жилинский, в 1913 году, они потребовали предотвратить разгром Франции и заставить Германию вести борьбу одновременно на двух театрах военных действий. Именно это вынуждало русских сразу же повести активную наступательную войну. Вот необходимость смягчить мощнейший удар германской армии по Франции. Причем Жофр, он заявлял о том, что следует вести наступление именно на Алленштейн. Русские должны были вначале сковать 5-6 германских корпусов. Значит, у русских имелось два плана боевых действий. По плану Г, в случае обнаружения сосредоточения больших немецких сил в Пруссии, против немцев выставлялось 672 батальона, против Австрии 552 батальона. По плану А, если в Пруссии действовало лишь только прикрытие, то это значит, что против вот этого прусского немецкого фронта следовало выставить 480 батальонов, против Австрии же 774. Ну, то есть, если в Пруссии же оставалось небольшое немецкое прикрытие, то силы против Восточной Пруссии значительно снижались. Теперь переходим к Франции. Перед войной французское командование считало, что из-за нейтралитета Бельгии, растянутости коммуникаций и ограниченности сил Германия не посмеет вообще нанести главный удар через Бельгию по северу Франции. Значит, французское военно-политическое руководство решило, что основные боевые действия развернутся в Арденнах, в Эльзасе и в Лотарингии. Оно, в общем-то, оставило всю франко-бельгийскую границу без особенной защиты и сосредоточила все свои силы на восточной границе Франции. Оно намеревалось там разбить германские армии. Французский план ведения боевых действий против Германии, разработанный до войны, назывался план номер 17. Он предполагал большое наступление французской армии в Эльзасе и Лотарингии и быстрый захват вот этих вот территорий, утраченных Францией после франко-прусской войны. Французская вооруженная сила, а это 4 армии в первом эшелоне, еще одна армия в резерве между Маасом и Марной, она была скучена на 145-километровом фронте между Бельгией и Вогезами. 50, то есть на южном участке фронта. 50% всех имевшихся войск шли в наступление на 80-километровом фронте между крепостью Мец и Вогезами. Они вторгались в Лотарингию и подставлялись под фланговые удары. По мере приближения войны французский генштаб считал нарушение немцами бельгийского нейтралитета все более и более вероятным. В разрабатываемых планах развертывания он не исключал такой возможности.
Значит, ее надеялись парировать рубящим ударом левого крыла в Люксембург. Вот это вот должно было в теории пресечь коммуникации германской, охватывающей клешни через Бельгию. В условиях начавшейся войны французское командование было не уверено, наступают ли германцы действительно именно через Бельгию, или же это только провокация, и главный удар будет нанесен на юге. Французское правительство опасалось, что германское командование пытается спровоцировать Францию на нарушение нейтралитета Бельгии. Поэтому французский военный министр, он запрещал всем французским войскам переходить бельгийскую границу, а летчикам летать над бельгийской территорией. Значит, вот тут вот, если мы смотрим, французы думали таким вот рубящим ударом через Люксембург обрубить коммуникации, наступавшей вот так вот через север, через Бельгию, германской армии. И основной удар они замышляли, ну, вот здесь вот примерно на юге. В свете изложенного весьма интересна позиция Бельгии. В общем-то, это была такая изначальная ключевая территория ведения боевых действий. Если бы немцы наступали через самый юг Бельгии, через Валлонию, на правобережье Мааса, то Германия считалось, что Германия получила бы от Бельгии только лишь формальный дипломатический протест. То есть, предположительно, правобережье Мааса давалось на откуп германской армии. Ну, тевтонские стратеги на это и надеялись, но фактически получилось по-другому. Они наступали также и на левобережье Мааса. Если же они остались бы только на правом берегу Мааса, то тогда вооруженные силы Бельгии не, ну, они воздержались бы от боевых действий, и они ограничились бы развертыванием на левом берегу вот этой вот реки Маас. Единственный батальон, который развертывался на другом берегу, должен был при малейших трудностях отойти к Намюру. Бельгийское военно-политическое руководство, оно, в общем-то, не исключало такой возможности отсидеться в стороне. Армия развертывалась, в общем-то, не на выгодной для обороны сильной позиции по реке Маас, а между ним и столицей, Брюсселем. Таким образом, вступление в войну Бельгии, а следом за ней и Великобритании, как гаранта нейтралитета Бельгии, оно было под вопросом, ну, практически до самого последнего момента, и оно не имело однозначного ответа. Если мы, значит, используем сослагательное наклонение, то мы вот только что обрисовали, мы можем говорить о том, что если бы немцы наступали на правом берегу Мааса, то, возможно, Бельгия, а также и Великобритания не вступили бы в войну. И Россия и Франция, они остались бы без поддержки Великобритании. Переходим к Великобритании. Здесь военные к вопросу о сухопутной В вопросе о сухопутной войне они обязаны были полагаться на державы с крупными силами на суше. По сердечному соглашению таковыми выступали Франция и Россия. Прежде всего, англичане рассчитывали на первую шпагу Антанты. Вот именно с ней, с Францией, в обстановке строжайшей секретности и был составлен план высадки сухопутного британского корпуса именно в Европе. На море британцы имели
неоспоримый численный перевес. Это при поддержке флотов союзников гарантировало победу над набиравшим силу германским флотом в установлении последующей блокады. Ну, это вот теоретические такие предположения. Характерно, что участие англичан в надвигающемся международном конфликте было вовсе не бесспорным фактом. Ну, ранее мы уже вот это вот отмечали, когда говорили по ситуации в Бельгии. Ну, кроме того, добавляем, что большинство членов британского правительства, они не были посвящены в план высадки британского экспедиционного корпуса во Франции, а Вильгельм II полагался на сведения своей политической разведки, и он до самого последнего момента был уверен, что британцы, по крайней мере, сохранят нейтралитет. Значит, в этом немцев уверяли даже некоторые члены кабинета Асквита, ну, тогдашнего британского правительства. Таким образом, международная позиция Великобритании, она была, ну, самой малопрогнозируемой к началу вот того конфликта. Или даже провокационный, поскольку это государство могло бы решительно дать понять о недопустимости военных планов Германии, ну вот прежде всего с учетом того, что Великобритания являлась гарантом Бельгии, и она могла бы сказать, что любое вторжение на территорию Бельгии будет служить основанием для вступления Великобритании в войну на стороне Франции и России. Значит, единственный британский военный, который в самом начале войны понял истинный характер войны, это был лорд Китченер. Такая вот уже подзабытая фигура, одна из ведущих на то время. Если бы его судьба сложилась иначе, может быть, это был бы более известный политический деятель, чем даже Черчилль. Китченер сказал тогда следующее. Ему неизвестно, когда война кончится, но он уверенно может сказать, что она начнется лишь в 1916 году. Он понимал, что только к этому времени Британия сумеет мобилизовать свою экономику. И это возможно лишь при условии, что кто-то в это время должен был сдержать главный удар центральных держав. Это мы ни в коем случае не должны забывать. За вот это вот время британцы, в основном усилиями Китченера, они создают в дополнение к имевшимся 6 кадровым и 14 территориальным еще 6 кадровых и 14 территориальных 36 китченеровских и еще 6 дивизий. Ну, практически Великобритания создает гигантскую сухопутную армию за это вот время, которое выигрывают для нее Франция и Россия. Таким образом, и Антанта, и центральные державы с Германией во главе готовились к быстрой войне. Считалось, что современные государства не могут выдержать длительной войны. Генштабы воюющих, они уповали на активные наступательные операции, и они полагали, что результаты первых масштабных сражений определят исход войны. Германский план войны предписывал разгром Франции за 1,5-2 месяца. Ну, практически вот это вот и происходит в 1940 году. Затем удар должен был быть перенесен на восток, и надо было разгромить Россию. При развертывании войск всего в начале войны, значит, в Германии было мобилизовано 3 822 000 человек. Но мы помним о том, что вот эти вот призывы, мобилизации, они, конечно, нарастали, увеличивали количество призванных контингентов. Германия в самом начале
после первого призыва сосредоточила на Западе 79% своих сил, против России 21% сил. Ну, она полагалась в своих расчетах на Восточном фронте на военную мощь Дунайской монархии. На этом заканчиваем, не заканчиваем, но делаем перерыв, то есть первые две части вот этой вот обширной лекции мы сейчас провели. Ну, несколько позднее будет добавлена еще одна лекция по вот подготовительным мероприятиям к той мировой бойне. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал.